Ну вот вы спрашивали про количество людей, вот если видно, вот на данный момент сейчас уже такое количество людей, когда на Кабанбай-Батыра повернули на Сарайшык. Ну все, они собираются людей забирать, смотрите. Все, Малубаев закричал, спецназ, работаем, и все. Вот. Вот, смотрите. Охренеть. Вот и все. Вот эта вся история и закончена. Я даже не знаю, что сказать. Смотрите. Твари. Вот мы говорили, что демократия в этой стране. Ой, позорный прокурор пришел, позорник, боже. Они по закону обязаны предупредить сначала, а потом дать людям время разойтись. Запомните эту рожу. А почему людей разгоняют? Они, вы же должны им дать время. Нет, вы же должны им дать время, чтобы они разошлись. Вы же им не дали время. Разъяснение давалось законом. Да? Где? Когда их уже начали задерживать? Ранее. Ранее когда? Аман, Кэм, Аман. Знаете, мне только самые ужасные слова. Нет, ушла. Можно я с вами? Ну, получается, вы закон не соблюдаете, вы обязаны были разъяснить. А я видела, что вы появились только тогда, когда уже их начали, уже тащить. По закону, да? Разъяснение дает местный исполнительный орган. Им трижды давалось разъяснение ранее, но и также дано разъяснение. В соответствии с законом, если вы откроете закон о митингах, мирных собраниях, вы увидите, что разъяснение дается... А зачем вы пришли сюда тогда? Зачем вы? Что вы говорили? Позор. Господин прокурор, скажите, пожалуйста, а почему? Блин, почему у нас всегда все так? Ну все, получается, все люди, которые все шли... Они всех их растащили, ну, имеется в виду, колонна стала меньше, меньше, меньше. И все, потом раз, и бац, всех затащили туда. В общем, друзья, всем спасибо, кто смотрел прямой эфир. К сожалению, все закончилось, как всегда.